получилось по моему обследованию. Вот. И я сейчас глубоко уходить в это обследование не буду, потому что я не смогу всего раскрыть в прямом эфире. А чтобы так просто там что-то наговорить, чтобы вы потом оставались в догадках, тоже, наверное, это не очень интересно. Вот. И, ребят, напишите, пожалуйста, как меня слышно. Волны не заглушают, потому что я прям на самом бережку сижу. И я бы хотела рассказать вам о камне, про который я говорила. Про камень апатит. Все хорошо слышно, здорово. Ветер немного рвет звук. Ну, вот так вот. Если будет плохо, у меня, ребят, дома есть микрофоны, которыми я пользовалась почти год. И после этого я узнала, что они были у меня не подключены. Вот такой вот я пользователь. Мне просто нужно понять, как они работают, как они подключаются к моим гаджетам. Немножечко я не понимаю, может быть, они вообще не подходят. Переходник, конечно, у меня есть, но вот как-то пока так. С техникой у меня не очень хорошо. Так, давайте еще раз. Апатит. Что такое апатит? Что это за камень? У меня его с собой нет, и я не одела его. Он есть в нескольких оттенках, он есть зеленоватый, он есть голубой, вот, и он прям такой, как будто туда влит перламутр, то есть он не снаружи этот перламутр, а туда как будто бы влит этот перламутр, и когда его смотришь на солнышке, он просто блестит. И в переводе он означает как обманщик, но обманщик не в смысле, что он обманывает камень, а в смысле, что он похож на несколько минералов, с которыми его путают. Но человек, который увлекается, который любит камни, он его никогда не спутает. То есть у него такие значительные, все-таки значительная разница, значительные моменты, которых вот этот вот перламутр он уводит именно к апатиту. И этот камень хозяина, его нельзя передарить, его можно сделать. Его можно купить, сделать под человека, под какого-то, когда ты думаешь о нем. Но чтобы ты немножечко поносил и передарил, такого сделать нельзя. Это практически единственный камень, который выбирает своего хозяина. И он до последнего остается своим хозяином. То есть он идет до раскола. Он достаточно хрупкий, но этот камень, он не просто... Давайте мы заглянем глубже, чем общепринятые вот эти вот понимания, что он делает. То есть, смотрите, камень апатит, когда вы смотрите в него, у него есть кристаллическая решетка. Это та кристаллическая решетка, которая повторяет, если ее разбить на решеточки, которая повторяет семигранную геометрически правильную форму. А что такое семигранная геометрическая форма кристаллической решетки? Это как раз то, что касается... ты можешь между телефоном и ветром поставить преграду, например, книгу. Я не смогу, я держу эту штуку, потому что мне она не это. Давайте я попробую, может быть, вот так вот против ветра сесть. На солнышко. Там даже у меня есть голенький мужчина. Я его уберу из кадра, чтобы не смущать никого. Я просто смогу держать только эту палку. И одной рукой тут что-то еще пытаться вам сделать. Скажите, так лучше, если вот против ветра? Напишите. Какая красота. Как против ветер получается на меня сейчас. Апатит, да, апатит. Вот, его кристаллическая решетка имеет семигранную геометрически правильную форму. это такую же форму, как имеет наше сердце. То есть у нас есть такие моменты, когда нам рассказали, нам показали в анатомии, в биологии. Лучше, все, отлично. Нам показали, что наше сердце — это как клапан, как насос, который перекачивает все. И в нем действительно есть клапана, в нем действительно есть анатомические насосы, но эти насосы работают не само сердце, как насос работает. Вы когда-нибудь задумывались о том, а как работает сердце, как работает насос сам по себе, без каких-то проводков, без каких-то, я не знаю, без какого-то зарядного устройства, без еще чего-то такого, что где он берет эту энергию, чтобы столько лет заниматься одной из самых величайших работ нашего организма. И я этим, естественно, задумалась, но вот этой информации было очень сложно найти. И как раз сейчас, почему я заговорила об обследовании. Сейчас, когда я прохожу обследование, в том числе и сердце, и в группе обследователей, не обследуемых, а обследователей, профессора, это просто гениальные люди, настолько гениальные, настолько они говорят информацию, которая практически не публикуется. Сейчас еще чуть-чуть поезд проедет. Я продолжу. Я вам покажу вот такой вот закат. Красивый. Красивущий. Спасибо. Рыбак сидит, завтра у него день рождения. А, поезд почти не слышно. О, отлично. Вот. И как раз вот с этими профессорами они показали, как работает сердце на аппаратах, на приборах. Где на приборе, когда смотришь, и там тогда видно, как работает. То есть это... Вот это вот сердце у нас, оно имеет семигранную геометрически правильную форму, если его посмотреть. И находящийся в груди, внутри воображаемой, то есть в груди, внутри воображаемой кубической формы. Если вы нарисуете вот куб, то она будет как семигранная, вот так вот оно будет лежать. Вот. И Штайнер, философ, он основатель антроповского общества, по-моему, правильно я сказала, но вы можете посмотреть, загуглить, и вот через вот это вы уже сможете там найти какие-то факты, какие-то объяснения. Объяснения больше не таким корявеньким мультяшным языком, как я говорю, да, а уже более профессиональным. Вот. И как раз что происходит? Сердцем. То есть вот это вот сердце, вот эта вот семигранная форма внутри нас, внутри тела человека, она дает за счет своей формы в квадрате грудины кровоток, как бы опирается не в стенки, но у него есть как бы конечное выветвление, вот такие вот как бы капилляры, сосуды, полые вены, которые у нас есть, кровь гонится, и за счет того, что вот так вот состоят углы сердца и грудины, не знаю, насколько правильно это я говорю, насколько понятно, вернее, они создают свою вибрацию, через которую кровоток начинает работать, запуская клапаны сердечные, то есть не наоборот, не клапан сердечный запускает, а запускает то, что есть в нас, запускает то, как в геометрической прогрессии расположены наши внутренние органы. Так вот, когда мы начинаем страдать, и очень часто в материальном мире начинаем страдать из-за материи, из-за какой-либо, из-за материи, в первую очередь финансовой материи. Если мы переживаем, если нам кажется, что нам не хватает денег, это очень часто бывает у мужчин, которые внутри себе создают вот это вот сдавливающее напряжение, что я не добытчик, я не зарабатываю столько денег, там, я еще что-то. И вот эти вот этого плотного мира, когда идет сдавливание, то наша геометрическая форма сердца, она немножечко наклоняется, и у нас получается вот эта вот вибрация кровотока, она становится другой, давайте так скажем, другой. И сердечко, как нам кажется, начинает плохо работать. Ну, не как нам кажется, но действительно начинает плохо работать. И многие начинают выписывать таблетки, препараты, какие-то дополнительные упражнения, еще что-то. По факту нужно проработать с собой, что для тебя материя. И как раз вот этот вот камень апатит, он имеет такую же кристаллическую решетку. И вот этот камень, почему он так... Почему он как служитель, он соратник, он друг человека? Потому что он, человек, нося его на себе, он встраивается своей геометрической решеткой в геометрическую структуру сердца, и они как бы вдвоем начинают работать в унисон, он как бы выпрямляет сердце, и для тебя, и ты начинаешь смотреть хозяин этого камня, ну, не знаю, хозяин, наверное, как-то грубо, друг этого камня начинает по-иному рассматривать физический мир, материальный мир того, где он находится. И за счет этого у него сердечко начинает вставать в свою ось диафрагмальную. И тогда твой мир начинает меняться. Вот представляете, какое взаимодействие камней, кристаллических решеток, минералов с нашими внутренними органами. И я постараюсь, как только, но это достаточно много времени занимает на изучение, конечно же, всего и меня, какие у меня внутренние органы, и камней, и запахов, потому что запахи тут играют немаловажную роль. Как только я буду это все познавать, если вам будет это интересно, то я с удовольствием буду рассказывать вот это вот в таком формате, в котором, ну, я не встречала. Мне кажется, это... еще один подход к познанию себя. Вот. Так, давайте поотвечаю быстренько на вопросы. Сегодня коротенький эфир, ребят, потому что я не посмотрела, у меня оба телефона разряжены. Вот. Но если интересно... Ага, так, режим энергосбережения пошел. Если интересно, то 19 числа, завтра, конечно же, скорее всего, не сделаю эфир, потому что у меня у младшего сына день рождения, и мы поедем на аттракционы. Вот, он любитель у меня остреньких ощущений. Вот. Родители предложили других детишек. Они говорят, такая жара, давайте где-нибудь снимем кафе или еще что-то на пляже, что они там на пляже покупаются, там еще что-то. Мне сын сказал, мам, ты что, есть свой день рождения, целый день есть? Говорит, не-не-не, это, говорит, для взрослых, тем более, говорит, которые выпивают, говорит, это точно не для меня. Я, говорит, что-нибудь потусоваться. Ну, понятно, даже настаивать не стала. Так, поэтому, если будет много вопросов, ребятки, пишите, я с огромным удовольствием буду смотреть, и разберем тогда следующий какой-нибудь камень, может быть, какой-то аромат, может быть, я совмещу камень с ароматом. Просто мне хочется показывать, я сюда с собой ничего не взяла, так спонтанно, мне кажется, это так красиво, жалко было не провести эфир. Так... Апатит, да, камень апатит. Классно, так. Света, многие спикеры говорят, что лук, чеснок есть грех. Это так? Ну, ребят, я вообще к этому, к любому действию, которое бы вы ни делали, я не отношусь как к греху. Я отношусь как к проживанию вашего опыта, проживанию опыта того, кто находится рядом с вами. И чеснок, и лук – это природная Природная составляющая – это материя, он растет. И на определенных этапах он просто необходим. Например, от какой-то паразитарки, например, от того, что если вы понервничаете. То есть вы же, наверное, знаете, что когда человек нервничает, переутомлен, возбужден, и у него что-то такое случилось, где он там очень сильно устал, измучился, именно морально, душевно, то ему очень хорошо поесть острого. И некоторые, вот кто сейчас слушают, кто сейчас себя видит, что он любит остренько, это как раз что такое острое? Это когда вы едите острое, ваш мозг, вы этого просто не осознаете, ваш мозг дает сигнал о боли и то, что тебе больно, то есть острота, это воспринимается как боль. И он переключает эту боль на острое, на чеснок, на лук, на что-то там, на имбирь, на какие-то острые продукты. И тогда тебе становится хорошо. У тебя мозг переключился на то, что для тебя, в принципе, не существует как какой-то механизм боли, а для мозга существует. И поэтому он переключается, и тебе становится достаточно комфортно. Поэтому на каком-то этапе и чеснок, и лук, он очень даже нас спасает. Это тоже нас спаситель в определенные моменты. Вот. Поэтому, когда вам не захочется его есть, вы просто не будете. Слушайте себя. Светочка, как носить апатит лучше? Ой, как хотите, ребят, но вообще лучше, девочкам, конечно, лучше бусик, кулончик, потому что он очень еще влияет на щитовидную железу. Вот, он влияет на щитовидную железу, что она приходит тоже в норму. И это тоже достаточно важно, потому что щитовидная железа чаще всего у нее какие-либо повреждения у женщин. Вот, у мужчин она реже бывает. Поэтому, а мужчинам можно перстенек, можно четкий, но он достаточно хрупкий камень, тут тоже нужно быть аккуратным. Но четкие будут неимоверно красивые. Можно какой-нибудь, если мужчины в машине ездят, можно какой-нибудь там кулончик повешать в машину. Но лучше его носить на теле. Кто как. У меня есть знакомый, который не любит никакие украшения вообще. И он просто берет, если он чувствует, что нужен камень, он просто берет камушек и все время его вносит в руке. Там как-нибудь его трет, там в кармане, и ему так комфортно. Он его не забывает, он все время с ним этот камушек. Поэтому посмотрите, как вам будет лучше. Мне подарили, мне сделали бусики из апатита. Очень красивые, я вам потом покажу. Я вам показывала в коротком ролике. Вот. Мне очень нравятся, они очень красивые. Просто я их иногда снимаю, чтобы и они отдохнули от меня тоже. Так. Очень интересная красота. Подскажите, пожалуйста, на 4-м месяце беременности можно ли практиковать сухие дни? Ну, смотрите, ребят, на 4-м месяце беременности нужно смотреть вообще, какой у вас образ жизни был до этого. Насколько у вас загрязнен организм. Вы же должны понимать, что на сухих днях у вас происходит очищение организма. И это очищение куда идет? Оно идет в ЖКТ, где всасывается в том числе и кровью. А у вас сейчас кровь 1 на 2 с малышом. И вы должны понимать, насколько это актуально. Но если вы, например, приболели, если еще что-то, то вместо таблеток я бы рекомендовала именно на беременности не сухие дни, а если чувствуете себя не очень хорошо, и, ну, если вообще чувствуете, что хотите почиститься, то уберите еду, уберите все напитки, уберите все травы и просто добавляйте в свой рацион горячую воду. Ну, очень теплую, так скажем, прям очень-очень теплую, потому что только теплая вода, без всего, без трав, она очень хорошо разносит кислород по нашей крови. А кислород, он борется с неправильным... Давайте я так не буду уходить в окисление, в ощелачивание, да, вы можете это почитать. Я так скажу, что он восстанавливает кровь за счет того, что он очень хорошо разносит кислород. И в первый день, возможно, будут прям такие обострения, потому что этот кислород разнесет и болячку, но факт в том, что он... Сейчас попробую зажать палку. Факт в том, что он получается вот эти вот кислородные капсулы, так назовем, мультяшным языком, опять же. Это вот у вас, например, вот здесь вот воспаление, да, а вы, вот оно скопилось, и вы из-за него болеете, то кислород за счет горячей воды вот входит, как бы разбивает вот эту болячку, он разносит ее по телу, и получается, что ее больше не становится, она просто разошлась по всему телу, а когда она разошлась по всему телу, то в том числе и межклеточному пространству, в котором скоплены определенные компоненты, им проще разлепить, рассоздать, наверное, так скажу, вот этот воспалительный процесс вот в таком вот количестве, нежели вот в таком. Поэтому, да, будет первые 2, максимум 3 дня, обычно это за 2 дня больше проходит. Тяжеловато, но оно быстро пройдет, вот на горячей воде. Вот, потому что очень многие говорят, что на сухих днях вообще горячую воду нельзя. Или, на голодании, на сухих днях, на голодании. Воду вообще нельзя, воду нужно убирать, воду это можно, нужно есть фрукты, нужно есть вот это, нужно есть вот это. Я ни в коем случае не разделяю, что правильно, что неправильно. Вы подберите, пожалуйста, под себя. Но на сегодняшний день, видя своих ребят, которые выходят из тяжелейших состояний, которые выходят из при смерти, люди лежат, и там какие там фруктики, какие там соки, там вообще этого ничего, никакой ни глюкозы, ни сахарозы, там вообще это организму ничего не нужно. Но когда люди, как правило, в таких состояниях, у них же медикаментозное лечение, которое мы тоже не можем настолько рисковать, чтобы отменить его резко. Это я вам говорю прям про критические стадии заболевания, да? И что мы делаем? Мы вводим просто воду, обычную воду, без лимона, без трав, обязательно без трав, потому что трава несет свое какое-то предназначение определенное, да? Очень полезно, но не всегда нам нужна другая помощь, нам нужна помощь своего организма, и поэтому мы все убираем, а потом на определенном этапе просто можно добавить лимончик. Вот, но это уже другой процесс, поэтому если вот хотите почиститься вот на таких сроках, то я бы рекомендовала несколько денечков посмотреть, как вам будет хорошо или нет, именно с горячей водичкой. Вот, ее можно немного пить, то есть это буквально может в день быть кружечка, да, но не больше пол-литра, да, воды горячей. Но вы можете в термос себе сделать на день пол-литра и ходить и попивать по 2-3 глоточка. Вот, ребятки, я вас благодарю за вопросы. И я, наверное, буду заканчивать, потому что у меня батарейка как красным. Я не знаю, если телефон вырубится, сохранится эфир или нет. Я не практиковала, не знаю. Поэтому я с вами прощаюсь. И чем больше от вас будет вопросов, тем больше у нас будет эфиров. Если я буду видеть, что вам это интересно, если я буду видеть, что вас это интересует, вот такие темы, какие интересуют, то я с огромным удовольствием с вами буду болтать. Так, опять у меня света на глазах. В глазах и яблоках уже много лет роговая грудковица гнойного цвета. Грибки. Это... Да, их можно почистить. Ребят, напишите мне под видео этот вопрос, потому что уже не успею ответить, он у меня уже все. Написано 2%, мне нужно сохраняться. Спасибо огромное вам всем, я вас очень всех крепко-крепко обнимаю.